Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. С вами Оля, и я хочу показать, как цветут мои бордюрные ирисы. У нас 22 апреля, погода ветреная, был дождь. Но цветочки радуют вас, несмотря на эту погоду прохладную. Вот такой красивый сорт. Цветочки как бархатные. Очень красивые. Обильно цветет. Бордюрные ирисы расцветают раньше, чем бородатые ирисы. Очень яркие такие, красивые. Остаются декоративные листва весь сезон до осени. Вот сейчас радуют своим цветением. Еще есть у меня вот такой сорт. Нежно-нежно-голубой. Ветер у нас не стихает. Прожилки идут по нежным голубым листочкам, лепесткам вернее. Тоже очень красивый сорт, мне нравится. Еще есть желтые ирисы, тоже красивые, ярко цветут. Цветки, конечно, держатся не очень долго, зависит от погоды. Если она более солнечная, они быстрее отцветают. Но так как у нас пасмурно, они держатся почти 5 дней, кажется. Всем спасибо, кто заглянул ко мне в гости. Пока-пока.